Давай, знаешь, как это надо сказать? По сути, весь альбом – это рассказ. Рассказ в песню. В этом рассказе 5 глав. И каждая глава имеет большое значение, чтобы понимать, о чем вообще идет речь. Но альбом, если проще сказать, о чем альбом, альбом про нашу жизнь. Про, я уверен, про жизнь каждого человека, который пытается найти себя. И вечные вот эти поиски себя. Есть мечта, есть бытовуха, есть вещи, которые тебя останавливают, есть вещи, почему ты идешь вперед, зачем ты все это делаешь. Наверное, правильнее будет сказать, альбом – это такая некая попытка объяснить, почему человек поступает так. С другой стороны, это, возможно, некое повествование о том, как человек стремится к чему-то, как он через это идет, через какие трудности проходит. Вот так, наверное, можно сказать. С другой стороны, можно сказать, что это 5 историй, которые взаимосвязаны друг с другом, и в которых рассказываются разные этапы жизни человека. Естественно, про отношения, про поиск себя. А с другой стороны, можно сказать, что весь этот альбом, это его основное назначение – это дать каждому человеку кусочек надежды и веры в то, что у него все получится. В то, что как бы наивно ни казалась твоя мечта, как бы глупо это ни выглядело со стороны, никогда не сдавайся, иди вперед. Даже если будет тяжело. И как бы тяжело ни было, все равно тот опыт, который ты получаешь в жизни, через который ты проходишь, он в любом случае даст какой-то результат. Главное – не бойся мечтать, не бойся своей мечты, иди вперед. Наверное, вот понять, кто друг.